неплохо выглядела во времена Мезозоя. Моя мама от вас в восторге. Нет ничего хуже актрисы, которая выходит в тираж. Пока, Юлия Туркестанова. Ты была потрясающей актрисой. Была. Я свободна! Как птица свободна! Девушка, садитесь, подвезу! Подвозите меня! Давай! Давай, жги, гони! Вы сияете. Цветы потрясающие. Любая девушка мечтала об таком букете. Я жду не любую девушку. Я жду самую прекрасную женщину на свете. Слушайте, какая у вас классная машина. Вам нравится. А где ваш парашют? Ну или летающая тарелка. Какой парашют? До ближайшего поселка на Кривой Кобыле не добраться. Последние 5 минут я здесь ни одной машины не видел. Вас как сюда занесло-то? Я сначала подумал, что вы привидение. Красивое привидение. Вы меня до станции довезете, я вам заплачу. Да я вам сам заплачу, если вы меня развлечете. Сейчас я телефон потеряла. Да я не в том смысле. Может, мне какую-нибудь историю интересную расскажете или анекдот? Я последние 10 часов за рулем. Да, глаза хоть спички вставляй. Ну, есть у вас для меня какая-нибудь интересная история? Я, знаете, смешные очень люблю. Ну, или страшные. Страшилки обожаю. Давайте не сегодня, а не сейчас. Ладно? Я поменяю музыку. Нет! Игорь Валерьевич, вы меня заинтриговали. Обычно вы ужинаете здесь с серьезными мужчинами, партнерами по бизнесу. И я впервые вижу вас таким воодушевленным. Это очень важное гостье. Очень. У нас есть еще немного времени. Вы же учились на сомелье, если мне не изменяет память. Да, на сомелье в Провансе. Пойдемте. Вы мне поможете выбрать вино, подходящее к этому случаю. Что-нибудь такое, что могло бы выразить тайные чувства мужчины. А я вас узнал. Вы актриса, я по телеку видел. Вы тут кино снимаете? Дорогу из-за этого перекрыли? В смысле перекрыли? Ну, я 15 минут назад носом клюнул, и знак какой-то, кажется, снес. Какой знак? Да черт его знает, объезд, наверное.
Так что вы тут снимаете-то? А, не-не-не-не. Я вообще не актриса, вы что? Я просто, я, видимо, на кого-то похожа как-то. Ну, меня очень часто путают с кем-то, да-да-да. Жаль, а то я уже губу раскатал про киношную жизнь послушать. Да ничего там нет в этой киношной жизни. Так, интриги, сплетни, зависть и злоба, ничего. Говорите, не актриса. Вы знаете, я бы никогда не купил этот ресторан, если бы не один ужин, несколько лет назад. С той, кого я должна сразу узнать при встрече? Вы проницательны. Ей очень понравилось это место. А здесь всегда было хорошо? Здесь было прекрасно. Особенно с ней. И я подумал, что лучшего напоминания о той единственной встрече не может быть, чем купить этот ресторан. И я купил его в надежде на то, что ей еще раз захочется его посетить. И, судя по всему, время пришло. А вам до станции обязательно? А то я вас могу до города подвезти, ну или куда скажете. Вы знаете, не стоит себя утруждать. Да мне не сложно, да. Бешеные собаки, 100 верст не крюк. Я просто тут все ходы-выходы знаю, все второстепенные дороги. Путь сократим по максимуму. Я думаю, это подойдет. Очень хорошо. Страсть, выдержанная годами. И немного нежности. Именно. Вам нравится у меня работать, Марина? Да, очень. Это самое прекрасное место на свете. Такое тихое, уютное. С потрясающей кухней. Как можно не любить его? Сейчас подойду. Ты тут девушку, ну, такую, такую красивую не видел? Я не видел. Не иначе черти умыкнули. Как всегда, не договорили. Простите, ради бога, что я вас так... И простите... Да что мне твое простите? Я чуть не подавился. Простите, я просто... Ну, у меня такая ситуация, я чуть не влипла в историю, понимаете? Я так испугалась. Я вижу вашу машину здесь, и я вот... Мне ничего не оставалось делать, я... А, это тебя тот тип на старой колымаге искал, да? Ага. Ну и давно ты его знаешь? Ну, так, не очень. А ведь ты не малолетняя соплячка, девочка. Соображать должна, с кем связываться, а кого за версту обходить. У него ж на лбу написано «Козлина» огромными буквами. Ой, написано. Вот же ж баба, а? Дура. Ну ты это, ну, не плачь, да? Не плачь. Тебя как зовут-то? Как меня? Ольга. Все в порядке, Игорь Валерьевич? А почему вы спрашиваете?
Ваша подруга, она не придет? Извините, мне показалось. Могу я вам налить вина? Налить. Будут еще какие-то распоряжения? Вино и впрямь отменное. Если мне что-то будет нужно, я вас позову. Хорошо. Ну, хватит. Ну, ладно, хватит. Ну, давай я тебя куда-нибудь отвезу. А? Спасибо, спасибо, к подруге. А адрес? Октябрьское поле я там покажу потом. О, а поближе подруги нет? А, это не бесплатно, я вам сейчас... Ладно, ладно тебе, отвезу. Да да ладно, чего я? Ну, сказала, отвезу. Про деньги даже не заикайся. Что, креста на мне, что ли, нету? Ты это, знаешь что, сырость хватит наводить. Ага. Знаешь, как говорится, хорошо все то, что хорошо кончается. Илюш, хочешь? Спасибо. Вы мой герой. Поехали. Вот еще телефон нашли. А где нашли? А там на обочине. Там аккумулятор разряжен. Поехали, поехали, сейчас поедем. Аккумулятор. Давай, брат, ну-ка. Все надоело. Мы тебе совет, Витя, только балеруны не иди. Балеруны в твоем возрасте уже все. Не пенсию. Да, все. Вы закончили? Да. За пару часов отчет сделаете? Попробуем. Да, я понял. Только что пробили номер. Машина с этими номерными знаками принадлежит Юлии Евгеньевне Туркестановой. Туркестановой. 300. Она есть? Ни черта себе. Моя жена ее обожает. Недавно купила полную коллекцию с ее фильмами. Вот это сюжет из пресс-релиза. Пору сериал смотрю. Волков. Да, мы закончили, скоро будем. Собрали все, что смогли, можно увозить. Тело, конечно, угли, но стекляшки остались. Стекляшки? Какие стекляшки? Кольца, серьги и что-то похожее на ожерелье. Вещица, кстати, не из дешевых. Вот и стервятники нарисовались. Как всегда, а. Вас тут ребят, у нас расследование. Что у нас есть все разрешения. Есть документы. Давайте, не мешайте. Есть документы, разрешают. Есть, есть, не мешайте. Вы кто? Я пиццу не заказывал. А суши? Суши. А, понятно. Соседи нажаловались. От соседей к вам участковый придет. Где мы можем с вами поговорить? Тут. Или тут. Там. Проходите. Послушайте, товарищ милиционер, ну... Пошумели,
погуляли. Ну, с кем не бывает. Ну, просто понимаете, у меня жены дома нет, ну и... Жена у вас Юлия Туркестанова? Угу. А вы, значит, ее муж Павел Сергеевич? Туркестанов. Просто Павел, не надо отчество, я на него еще не заработал. А вы чего, собственно, пришли? М? Пригласить меня с супругой на какой-нибудь корпоратив МВД? Ну, цены можете узнать у агента. Будьте виски. Хороший. Я бы на вашем месте пару часов не пил. Ну, послушайте. У меня жена дома не ночевала. Ну, как не начать пить горькую? А вы когда видели ее в последний раз? Какой-то прям неприятный вопрос. Главное, чтобы ответ был убедительным. Убедительный для кого? Просто, знаете, в фильмах люди вашей профессии такие вопросы задают про людей, которые сами про себя уже ничего не могут рассказать. Ну... Похвальная сообразительность. У нас есть основания полагать, что ваша жена находится как раз в таком положении. Моя жена? Слушайте, покажите еще раз ваши документы. Пожалуйста, Павел Сергеевич. Следственный комитет. Что расследуете? Предполагаемую гибель вашей жены. Видел вчера утром, здесь, перед тем, как она поехала на эту дебильную передачу в качестве гостя, приглашенной звезды. А потом у нее была запланирована фотосессия, но она позвонила и сказала, что едет домой. И? Домой так и не приехала. Я сначала решил, что она передумала, ну, поехала на фотосессию, потому что фотосессиями так просто не разбрасываются. Но мне оттуда позвонили и сказали, что ищут ее. Ну, я стал звонить, просто телефон ей оборвал, а она скидывала звонки, я вообще не понимаю, где она может быть. А раньше такого не случалось? Да, нет, ну, как бы не так. Вы знаете, у нее стал дурной характер. Я думаю, это старческое, ну, в смысле, возрастное. Просто, ну, роли уходят, проекты отменяются. Послушайте, я ее поддерживал как мог. Ну, что я могу в этой ситуации? Простите, у вас не будет стакана воды? А вот, это могу, да. А вы давно женаты? Два года. Вы знаете, я вообще-то сам артист, но мы жили просто прекрасно. Я ее поддерживал во всем, вот во всем, что мог. А близкие люди, семья? Родители. Умерли. Давно. По сути, я, работа и Стас. Станислав Зарубинский. Это ее бывший муж и продюсер. Именно в такой последовательности? Да. Нет, нет. Все-таки работа на первом месте. И я поэтому и удивился, что она отменила фотосессию. Ну, это была ее жизнь. Она все это очень любила. Камеры, свет, людей вокруг. А друзья? Есть друзья. Есть. Послушайте, есть одна подруга. Очень неприятный человек, дрянь редкостная. Журналистка, зовут Арина. А что же вы с такой неприязнью? А за что ее любить? Послушайте, за что ее любить? Она же муж-ненавистница. Феминистка, просто старая глупая тетка. Слушайте, вам лучше поговорить со Стасом. Ее первым мужем. Вы езжайте... Да мы съездим. С камер наблюдения вашего подъезда мы заметили, что вчера в 17:15 Юлия зашла в подъезд и ровно через 2 минуты вышла из него. Не знаете, почему? В смысле, она вчера была дома и понятия не имею. Ну да, вместе с ней еще девушка вышла какая-то. Ну, соседка, наверное. А. Ну да, соседка. Вам придется проехать со мной. А куда? На опознание? Послушайте,
Давайте, выезжайте, а я вот, если можно, здесь все вот подпишу, а выезжайте. Я просто не люблю покойников с детства. Да я вас понимаю, но все равно придется. Таковы правила. Внизу подожду. Ну что, Юля? Дрянная у вас ситуация получается, да? Поднялась в лифте, спустилась. Передумала возвращаться домой? К любимому мужу? Ну и муж у тебя, конечно. Телефон. Телефон. Не место ему на обочине, если это несчастный случай. Паша готов. Конечно, подруженька, спасибо. Телефон я потеряла. Номера мобильных в моей голове вообще не живут. Стоп. Та женщина. Крови не было. Она была ледяная, когда ее тащила. Значит, она была уже мертва. Зачем я это сделала? У меня же была какая-то идея. Подожди, 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 подожди. Какая-то идея была. Не помню, не помню, ничего не помню, не помню. Сегодня вечером в Московской области в автомобильной катастрофе погибла известная российская актриса Юлия Капустанова. Что это русская фотография? Автомобиль, которым она управляла лично, сошел с трассы, упал в карьер и полностью сгорел. Как сообщили нам представители правоохранительных органов, причиной катастрофы, скорее всего, стало то, что Туркестанова элементарно не справилась с управлением. Ведется следствие. Сергей Архипов, Виталий Кожевников. Криминальные новости. Тело сильно пострадало во время сгорания, поэтому опознание – чистая формальность. Скажите, а вот эти вещи, они вам знакомы? Да, да. Это вот ее любимые серьги были. Это кольцо я ей подарил на нашу годовщину. Простите, я просто не думал, что это все так ужасно. Да, я соболезную. Послушайте, а эти украшения, вы понимаете, просто это же память о Юлии, ну, единственная память о Юлии, и мне хотелось бы их забрать. Это вещественное доказательство в деле вашей жены. Вы их получите, когда дело будет закрыто. Конечно. Просто понимаете, для Паши, для меня это очень важно. Девушка, вы говорили, девушка соседка? Нет, я это не утверждал. Почему соседка? Возможно, там в гости она пришла к кому-нибудь, скорее всего. А она могла разговаривать с Юлией, например, в кабине лифта? С Юлией? Нет. Нет, нет. Это исключено, потому что моя жена, она не станет, в смысле, она не стала бы разговаривать ни с кем, с кем попала в лифте. Нет. Ну, вам виднее. Простите, что-то, Паша, нехорошо. Я, если можно, я пойду. Там морг. Да, мне не туда. Павел, вы далеко не уходите. Надо будет еще протокол подписать. О, конечно.
Да. Я бы с таким муженьком не то что с места в карьер. С Останкинской башни бросилась бы. Не повезло девушке. Дважды. Дважды? Ну, дважды это по самым скромным подсчетам. Посмотри-ка. А что, скажи, объявлено в розыск по линии Интерпола? Кража бриллиантов нет? Промышленный шпионаж. Точно? Или большое ограбление поезда? Я тебя предупреждаю, от таких цыпочек жди беды. Ну, ты чего хуйня, я тебе сколько раз просил, не подкрадываться. Да ладно тебе! Это же известная актриса Юлия Туркестанова. Ну, ты даешь, старичок. Ты ничего не знаешь. А что я должен знать? Редкий случай. Вениамин Мальцев узнает новости от своего друга и коллеги Андрея Иваницкого, а не наоборот. Редчайший, можно сказать. Ладно, ладно, Иваницкий, ты мне зубы не заговаривай. В самом деле, не записался же ты в киноманы? У тебя же даже телевизора нет. О, погоди, жена. Алло? Да? Да что ты говоришь? И Андрюху показывают? А меня? Странно. Ну как, на месте преступления расследуем? Погоди, погоди, я тебе перезвоню, мне неудобно говорить. Но я тебя внимательно слушаю. Здравствуйте. Меня интересует динамика состояния Яны Полуниной. А кто это? Это тетя беспокоит. Вера Константиновна. Да. А почему не можете? Ну, подождите, но я очень волнуюсь. А, понимаю, правила. Ага. Хорошо, я позвоню сестре. Да, извините. Извините. Черт, 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 черт. Маленькая моя красавица. Засыпай. Пусть тебе приснится самый сказочный замок. И ты в нем будешь принцессой. И много-много цветов, и солнышко светит. И все, что ты пожелаешь. Самокат. Хочу самокат. Мне что, можешь в него кататься и бегать? Конечно, моя родная. И кататься, и бегать, и прыгать. Сергей, вам слово. Сегодня вечером в Московской области в автомобильной катастрофе погибла известная российская актриса Юлия Туркестанова. Автомобиль, которым она управляла лично, сошел с трассы, упал в карьер и полностью сгорел. Как сообщили нам представители правоохранительных... Почему ты выключаешь телевизор? Там что-то про тетю Юлю было. Нет, нет, это про чужую. Тетя Юля не про нашу. Все, засыпай, засыпай, моя хорошая. Засыпай. Как сообщили нам представители правоохранительных органов, причиной катастрофы, скорее всего, стало то, что Туркестанова элементарно не справилась с управлением. Да, мне тоже нравилось. Сергей Архипов, Виталий Кожевников. А что там такое случилось? Туркестанова разбилась. Не вяжется, не вяжется. Да ты чё, Андрюх, ну я тебя никогда таким не видел. Ну что, сильно зацепила тебя эта красотка? Ну, действительно, с этим делом ну, что-то не так. Но в наших же интересах скинуть это дело побыстрее. Если это был несчастный случай, действительно несчастный случай, она съехала с трассы, как телефон оказался на обочине? Как? Выбросила. В сердцах. Может, ее достали звонки поклонников, я не знаю. Актрисы, они существа взбалмошные. Телефон этот лежал чуть дальше того места, где он мог бы, по-твоему, лежать. А тормозной путь? Тормозной путь машины. Господи, тормозной путь, телефон. Андрюха, да ты че? У тебя даже реальных подозреваемых нет. У нас есть реально две версии. Суицид и несчастный случай. По телеку уже сказали, несчастный случай. Жена моя подтвердила. А не верить, извини, телевидению, и тем более нашим женам, это... Извини меня. Мальцев, ты достал своими прибаутками. Ну, что ты злишься? Что я тебе сделал-то? Действительно, с этим делом что-то не так. Ну и с тобой заодно.
Ну, в самом деле, ну, я не знаю, ну, не пришпилил же ее муж и не выкинул в кювет. Муж? Да. Во всем виноват муж. Видел бы ты этого мужа. Жек потрошитель. Он мухи не обидит. Максимум что-нибудь сопрет, что плохо лежит. Полное ничтожество. Хм, да? Да, я с тобой абсолютно согласен. Прекрасные женщины, с которыми мы тут изредка встречаемся, совершенно не умеют выбирать себе мужей. А что, это факт? Кстати, я понял, кого мне напоминает Аннушка Паука. Смотри. А? Это же один типаж. Ну? Чё, скажешь нет? Что за бред? Это не может быть. Стас? Арина? Что с Юлей? Это правда? Трагическое событие свело нас с вами сегодня в этой студии. Мы хотим вспомнить сегодня Юлию Туркестанову, светлого человека, которого очень многие любили. Давайте вспомним, какой она была. Я просто не могу. Просто не могу в это поверить. Мы планировали устроить второй медовый месяц, провести его в глухой деревне в Рязанской области. У моих родных там маленький домик возле реки. Лес, тишина, покой. Мы планировали вместе появиться на большом экране. Это была бы грандиозная история о маленькой любви, самопожертвовании. Ну, я понимаю. Простите. Мне на самом деле тоже очень трудно сейчас говорить. У нас были сумасшедшие планы на этот год. Мы готовили грандиозное шоу, где Юля должна была выступить в новой для себя роли, в ведущей. Я всех уверяю, что это шоу состоится. И я, и моя жена Зоя приложим все усилия, чтобы закончить. Все начинается. Я не могу. Юлия. Спасибо. Спасибо. Она согласилась сыграть главную роль в нем. «Тень в окне» — так будет называться новый фильм. Вчера я сомневался, может ли он состояться без главной движущей силы нашей Юлечки Туркестановой. Теперь я уверен, что просто обязан снять его. В память. И прекрасно держался. Кстати, ты ужасно киногенич. Правда? А, да. А ты знаешь, я думаю, что скоро тебя разорвут на части. Ух. Главное, чтобы увлеклась эта история с Туркестановой. Ты знаешь, она все делала для того, чтобы удержать тебя. Ну, тем более, она бы тебя здесь похоронила, в этих
четырех стенах. Мерзкая, склочная бабенка. Слушай, ну нехорошо, человек только что умер, ты про нее такие вещи говоришь. Ну, нехорошо. Подумаешь. А, кстати, ты обратил внимание на бабищу Бондюка Стаса? Слушай, мне наплевать на Стаса, мне на всех наплевать. Чего ты бегаешь от меня? Он корчил себя близкого друга, на самом деле пропихивал свою новую жену. Слушай. А, кстати, ты знаешь, я думаю, что с вторым медовым месяцем был явный перебор. Ага. А мне показалось мило. Глупо. Медовый месяц нужно проводить в Париже, а не в какой-то богом забытой Рязанской области. А, кстати, может быть, куда-нибудь съездим на выходных? В Париж. Можно в Прагу. Ты же теперь свободный человек. Езжай куда хочешь. Именно. Я свободен. Мне вообще никто не нужен. Ни Туркестанова, ни ты. Вообще никто мне не нужен. Паша свободен. Паша делает, что захочет. Пока, Туркестанова! Еще одна Туркестанова. Тоже пока. А... пока. И тебе пока. Я тебя сфотографирую. Не двигайся. Хорошо. Я буду вам... Это только то, что лежит, так сказать, на поверхности. Объем инвестиций за прошлый год со... Ребят, давайте стулья не будем вниз ставить. Поднимите на сцену, я думаю, так будет хорошо выглядеть. Простите, что вы спрашивали? А, Юлия самоубийца. Это все равно, что Луиза Чикона. Она же Мадонна, девственница. Оксимарон. Странное сравнение. Так как я любил Туркестану, ее не любил никто. Но, к сожалению, все это уже осталось в прошлом. Да. Причем Юля приложила немало усилий, чтобы приблизить этот момент. Самовлюбленная, взбалмошная девчонка, которая напрочь отказывалась взрослеть. Да, и при том у нее были склонности к звездной болезни. Но за что-то вы ее ценили? Ну, разумеется. Талантливая актриса, и потом она красивая женщина, обладающая острым умом. Характер. Она ни с кем не считалась, кроме себя. Она отвернула на себя все ближайшее окружение. Чего я только не наслушался и в каких выражениях. Что же она такого сделала? Да она плевала на всех. С высоты, на которую, по своему мнению, и взлетела. Бедная дурочка не знала, как будет больно падать с этой высоты. Да она третировала всех, до кого руки дотягивались. По-вашему, кто-то мог желать ей смерти? Ну, смерти не думаю. Подцепить лихорадку, там, сломать ноги или, прости господи, стать жертвой несварения желудка – это наверняка. Люди не прощают высокомерного отношения к себе. Но очевидных недоброжелателей у нее не было. Скажите, а кроме вас, с кем она могла делиться самым близким? С родственниками или с однокашниками? Ну да, да. Арина. Арина Митурич, это ее подруга детства. Они вместе в Кронштадте выросли. Там и родители у них дружили. После окончания школы они поехали в Москву. Извините. Ребят, давайте кресло вниз опустим. Мне что-то не очень нравится, как-то выглядит. Очень громоздко. Вот. И они потом поехали после окончания школы в Москву поступать. Одна на актерское, вторая на журналистское. Руслан Сергеевич, а у вас наверняка есть координаты Арины? Не могли бы вы поделиться ими? А, ну да, конечно, разумеется. Извините, пожалуйста, Стасик, мне на тебя к телефону. Да, спасибо. Секундочку. Вот, пожалуйста.
Арина М. Верхний номер, по-моему. Спасибо. Да. Да. Слушаю вас. Ты. Господи. Конечно, давай. Я жду. Все. Приезжай. Станислав Сергеевич, с вами все в порядке? Да, разумеется. Я еще чем-то могу помочь? Если у меня возник вопрос, я вам позвоню. Да, да, конечно, всегда. Всего хорошего. До свидания. Да, до свидания. До свидания. До свидания. Стас, ну куда ты пошел? Стас, ну подожди! Послушай, послушай. Ты должен обязательно смотреть «Отснятое». Ну это потрясающе. Это просто гениально. Меня все так поддерживают. Я бы запретил выходить актрисам замуж законодательно. Слабоумные идиотки. Что? Неважно, Стас, ну подожди, подожди, подожди. Послушай, ты не понимаешь, я чувствую себя перед камерой так, как будто это и есть настоящая жизнь. Да не дай бог тебе столкнуться с такой настоящей жизнью. Зоенька, мне надо побыть одному, немножечко. Стас, ну Стасик! Ну, милый, ну что случилось? Случилось то, что моя жена не понимает русского языка. Я прошу тебя, по буквам, оставь меня в покое! Да пошла вон! Удивительно чуткий человек. Между прочим, у меня сегодня первый съемочный день! Аркадий, ты мне срочно нужен. Миленько, миленько, миленько. Транжиток не хватает. Так все миленько. Алло. Черт, черт. Алло. Да. Это я, да. Ну что? Невосполнимая. Чудовищная утрата. Я не могу прийти. Откуда вы? Из телевидения? Следователь? Неформально? Ну, давайте я подумаю. Подумаю. По телефону я не могла бы ответить вам на ваши вопросы. Хорошо, хорошо. Скажите, а в 4 часа пополудни вас устроило бы? Какой вы непонятливый, конечно, 16:00. Да. Где? Парк Сокольники? У воды? Замечательно. Как вы поймете, что это я? Я знойная брюнетка. Солнцезащитные очки. Дробовик в руках. Шучу. Но солнцезащитные очки я вам обязательно обеспечу. До встречи. Да черт.